испанские фермеры перекрыли автомагистрали и прогнали тракторы по городским улицам, нарушив движение транспорта. Они активизировали протесты, поскольку недовольны растущими ценами, бюрократией и конкуренцией со стороны дешевой продукции из-за пределов Европейского Союза. Фермеры заблокировали главную автомагистраль А3 на востоке страны, а также нарушили движение транспорта в небольших городах по всей стране, в том числе в центре Авилы. Помидоры стоимостью 20 центов поступают в супермаркеты по цене 2 евро. Они должны дать нам возможность заработать на еду, поскольку цены на удобрения стали в 3 раза выше, а то, что мы продаем, стало даже дешевле, чем 30 лет назад. Забастовки поддержали 3 основных фермерских ассоциации Испании. Мы защищаем наше вино и испанские продукты, потому что нам недоплачивают. Цены на наши продукции очень низкие, но стоимость газа и удобрений выросла почти на 100%. А мы до сих пор продаем по ценам, которые были установлены 30 лет назад. Дальше так не может продолжаться. ЕС должен изменить ситуацию, иначе мы потерпим крах. Испанские фермеры присоединились к бастующим фермерам по всему Евросоюзу. Они говорят, что правила по защите окружающей среды делают их менее конкурентоспособными, чем фермеры в других регионах. Они также добавляют, что их душат налоги и бюрократия. Большие объемы импорта украинской продукции, для которой ЕС отменил квоты и пошлины, а также возобновление переговоров по заключению торгового соглашения между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур разожгли недовольство по поводу недобросовестной конкуренции.